Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. У меня есть все, чтобы сделать этот день отличным. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня для вас будет уникальный день. Ну а теперь уникальное послание на 17 января. Растерянность. Вероятно, в последнее время ваши мысли были рассредоточены, и, возможно, вам было трудно избавиться от страхов и решить, а что именно вы должны делать в этот момент. Этим посланием ангелы хотят донести до вас важную информацию. Каждый из нас, как и все живое на нашей огромной планете, принадлежит к миру природы. Наше истинное «Я» неразрывно связано с Землей. Именно эта часть нас чиста и стабильна. В ней нет тревоги, страхов, желания угождать и соответствовать чужим ожиданиям. Только наши истинные желания и целостность. Если вы растеряны и не знаете, как поступать дальше, ангелы просят вас заземлиться, чтобы вернуться к своему истинному «Я», к той самой части, которая наиболее точно отражает вас настоящего. Будучи в текущем моменте, не стараясь угодить или понравиться, сохраняя спокойствие и проживая жизнь в соответствии с природными циклами. Будьте ближе к природе. Подключение к энергии Земли приведет к балансу материального и духовного, к равновесию с самим собой и миром, что наилучшим образом скажется на вашей жизни и в конечном итоге выведет вас в нужном направлении. И в течение всего дня обязательно проговариваем такие слова. «Я благодарю Вселенную за прекрасные дни моей жизни». Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что впереди вас ожидает только лучшее.